Как лучше есть наши овощи, с сырыми или кулинарно обработанными? Если вы считаете, что сырыми, вы правы, но если полагаете, что обработанными, вы тоже правы. Ряд питательных веществ, таких как витамин С, разрушается при приготовлении пищи. С другой стороны, Некоторые питательные вещества становятся лучше усвояемыми при ее термической обработке. Например, мы усваиваем в три раза больше антиоксидантов из вареной моркови, чем из сырой. Из вареной брокли больше противораковых индолов, а из вареных помидоров больше ликопина. Ферментация повышает усвоение минеральных веществ из зерновых, а сухая термообработка из орехов. Убедительных доказательств того, что сыроедческие диеты превосходят другие рационы, на основе нерафинированных растительных продуктов? Нет. В действительности имеющиеся в наличии опубликованные доказательства объективно неутешительны. В единственном известном мне исследовании сырой пищи был обнаружен энергетический дефицит. Дефицит белка, витамина В12D, кальция, селена и цинка. В сообществе сыроедов распространен целый ряд серьезных ошибочных мифов. Например, представление, будто в нашем организме ограниченное количество ферментов которые постепенно по определенным причинам изнашиваются. И поэтому следует потреблять живые растительные энзимы, которые деактивируются при термической обработке пищи. Что ж, они также деактивируются и желудочной кислотой. Но даже если бы было не так, в нашем организме специфические химические реакции катализируются специфическими ферментами. И поскольку мы не растения, ферменты растений нам не нужны. Организм создает все необходимые ему для работы ферменты из белков, которые мы едим, а приготовление пищи позволяет белкам лучше усваиваться. Так что я выступаю за комбинирование сырых и термически обработанных продуктов. При этом нам следует ежедневно есть большое количество салатов. Мы с легкостью могли бы справиться с пятью чашками шпината за один присест. И именно так нам следует рассматривать потребление зелени, а не представлять себе их маленькую порцию в вареном виде. Если по какой-то причине вы хотите есть 100% сырой пищи, вам, конечно, в первую очередь следует принимать добавки витамина В12. Во-вторых, рацион, состоящий из культивируемых ныне сортов фруктов, неадекватен по своей пищевой ценности. Они являются бледной тенью диких фруктов, которыми питались наши прародители. Чтобы повысить их питательную ценность, нужно ежедневно добавлять в рацион как минимум пол килограмма темно-зеленых листовых овощей от 5 до 10 чашек и как минимум 50 грамм, это примерно пол чашки, семян и орехов. И в-третьих, я категорически не рекомендую сыроедение маленьким детям, потому что их желудок попросту не приспособлен для этого. Хотя диета, состоящая исключительно из свежих продуктов, может быть полезной, нет достоверных свидетельств того, что она полезнее, чем рацион из цельных растительных продуктов, термически обработанных или свежих.